Глеб Никитин в Дзержинске с рабочим визитом. Первой точкой объезда главы региона становится стадион «Капролактамовец». Его реконструировали по федеральной программе. До недавнего времени у нас было только одно искусственное поле, которое расположено на Потоличево 31Б. И вот благодаря вхождению в федеральную программу развития физкультуры и спорта «НОЖ» на 16-20 год мы получили возможность сделать новое искусственное футбольное поле. На это было выделено 10 миллионов 900 тысяч на само покрытие и около 5 миллионов выделено из бюджета на подготовку оснований и устройства его. Старт первому матчу дает лично глава региона. Что? Всего в спортивной школе «Салют», что здесь находится, работают секции по 7 видам спорта, но большая часть, около 500 детей, занимаются футболом. И для этих мальчишек открытие нового поля действительно праздник. Очень круто, нравится очень. Рад, у меня тут и дом близко, то есть не так далеко ходить, как раньше, а сейчас вот близко стало. Нравится, удобно будет. Раньше ходили на «Салют», который на бульвар Химиков, а сейчас будем ближе ходить, так как... Здесь построили, сделали поле. Реконструкция поля – это только первый этап. Следующим станет обустройство легкоатлетических дорожек. Глава региона оценивает реализацию программы по благоустройству в одном из дзержинских дворов. Здесь его встречают местные жители. Хотелось, чтобы и вы нас поддерживали, потому что город у нас не маленький. У нас вот эта новая часть города, там еще у нас есть... Еще один немаловажный вопрос в Дзержинске – здравоохранение. Поэтому следующим местом, куда отправляется Глеб Никитин, становится госпиталь ветеранов войн. Здание было построено в 1938 году и находится в плачевном состоянии. Сейчас планируется перевод больных и сотрудников в другие стационары. 20 коек неврологических перейдет в первый стационар, то есть в госпиталь ветеранов войн. И остальные койки – это 60 коек дневного стационара, 25 коек общего стационара переходят в здание 7-й больницы. Это тоже неврологическое отделение. Соответственно, город не теряет ничего, ни пациенты, ни сотрудники здесь не пострадают. Глава региона лично хотел убедиться, что здание действительно не соответствует нормам, и такая оптимизация необходима. Что касается судьбы этого здания, будем решать. Я знаю, что есть предложение у города. Мы также рассмотрим этот вопрос на областном уровне. То есть там либо перепрофилирование, в том числе для, возможно, образовательного какого-то учреждения. Пока стационар работает в обычном режиме. Переезд планируют на начало января 2018 года. Алевтина Батурина, Алексей Калякин из Дзержинска. Объективно. ННТВ.